Нашествие цыплят в Грузии. Из выкинутых на свалку испорченных яиц вылупились сотни птенцов. Толпы цыплят разбежались по всему городу. Жители выкладывают видео настоящего куриного побега в соцсети. Как поясняют в мэрии, местная птицефабрика выбросила яйца, посчитав товар испорченным. Однако на свалке оказались благоприятные условия, как если бы яйца высиживала курица. В итоге цыплята появились на свет. Самые активные добежали почти до центра города.